Сегодня мы рисуем картину «Фея и ландыши». Ткань закрепляем на основу при помощи перманентного клея. И рисунок переносим или от руки, или при помощи переводки. Нам понадобятся светлые и темные оттенки зеленого, светлые и темные оттенки фиолетово-розового, голубой, белый. И стандартный набор кисточек для акриловых красок. Краски мы используем для ткани, акриловые краски для текстиля.
Thank you.